да? А если нам плиткорез придется вернуть, например? Ну, котики говорят, что не надо. Если, например, у нас ломается. Лизка. Котики. Если вдруг Варшава, что такое? Что увидела Варшава? Это проход через комнату кошек в комнату собак. На днях установили новую дверь. Вот она, которую мы даже уже покрасили. Купили пропитку и покрасили. В таком ужасном состоянии находится комната собак. На потолке находится натянутая клеенка из Испан-А. Для того, чтобы вода, которая вот здесь течет, не попадала на проводку. Потому что здесь у нас проводка, видите, вот лампа, которая, конечно, не работает, но снять тоже нет. Потолок то и где рухнет, потому что крыша наша течет. Катя Зайнетдинова со своим мужем подарили нам кафель. Поэтому мы решили сделать вот так. Теперь у нас вот такие красивые стены. Окно у нас еще не утеплено. И ждем благотворителей, чтобы помогли нам отремонтировать крышу. То, что нам удалось сделать с полом. На полу у нас керамогранит тоже подаренный. Осталось нам сделать стены. Но стены мы не можем сделать, потому что, опять же, вот вчера был дождь. Вот видите, вот эти желтые пятна, это прям под этим листом вода бежит. И вот отсюда. И бежит она практически по всему потолку. Итак, ну нужно ремонтировать. Ну, мы его хотим зашить. Утеплить и зашить просто досками. Вот эту стену мы начали делать, но кафель у нас уже не осталось. Поэтому мы ждем помощи кафелем. Вот это место нужно затонировать. Сам пол делать стяжку, потому что вот под этим листом просто земля. Росинка, Типашка, Багира, котики, котики. Новый пол у нас у собачек.